без боли творим чудеса. Всем привет, друзья! Так, нужно проверить, включено ли это. Да, включено. Всем привет, с вами Аня, и в этом видео я вам покажу эстетичные рисунки, а вы напишите в комментариях свои варианты, точнее, свои любимые варианты рисунка. Кстати, мое хобби рисование, как вы поняли. Эту картину нужно повесить. Здравствуйте, дяденька. Можно я эту тут повешу? Так. Ага, сейчас. Кому ты нужна? Да вот, а вот уже поздно. Вот, смотрите. Так, ну что ж, давайте начнем перепросмотром этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Ну, а мы начнем, как обычно, белый. А так уже убираем отсюда. Ну, и дело в том, что мы рисуем, угадайте что, возьмем красную краску и, как говорится, вот так рисуем, это типа растяжка неба. Друзья, кстати, пишите в комментариях, кто из вас этому научился делать. Я, интересно, могу взять у Токабока Ани. Ну, возможно, что-то не так-то получается. Ну и готово. Возьмем и рисуем такие вот стебели. Я думаю, это самый эстетичный рисунок, думаю. Но у меня плохо рисованием в Токабока, так что если наберете несколько лайков, я должна бы попробовать нарисовать по-другому. Но есть одна причина. Минусы моих рисований. Так, ладно, нажимаем. Вот эта кнопочка, это сначала солнышко там нужно. Да? Вот, уже нажала. Готовченко. Теперь вторую картину можно повесить. Кстати, друзья, вот этот закат у меня неплохо-то получается нарисовать. Блин, долбина. Вот, ладно, вот это возьмем. Так, кстати, кто за милашку Мурзик, жмите лайк и подпишитесь. Так, ладно, стираем. Ми-ми-ми-ми-ми. Итак, я это просто увлекаюсь Мурзиком. Каждый раз. Так, ладно. Так, рисуем картиночку. Так, и есть причина. Во-первых, я не умею некоторые вещи рисовать. А во-вторых, не знаю, где мусорное ведро. Ребят, наберите много лайков, мы тогда сделаем обустройство и расскажем факты о своей семье. Ну, итак, дело в том, что мы возьмем желтый, ну и вот, красный и розовый. Потому что других красок у меня нету. В Токабока. Так, рисуем-то типа море. Что-то вроде бы. Нарисуем, значит, наверное, ель, я так думаю. Ель. Ну, или пальмы всякие. Кстати, напишите в комментариях, вы так пробовали делать? Вот такую вот пальму, например, рисовать. По-моему, выглядит очень-то мило и эстетично. Так, кстати, я вам показываю свой скин. Вот, кстати, он. И, кстати, можно я тут у вас поставлю. Ну, а мы следующее идем дальше. Я так думаю, возможно,
Все стираем, 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 стираем. Много чего стираем. Ну так, и это тоже стираем, потому что мы тоже тач, мы там тоже еще раз порисуем там немножко на что-то. Давайте начнем. Что-то типа. У меня вот, наверное, вдохновилась такая идея, почему бы не нарисовать бабочку. Ну, у меня, наверное, проблемы с рисованием бабочки. Ребят, а у вас тоже были проблемы с бабочками? С рисовками бабочек? Напишите в комментариях. Сначала нужно вот такое, я не знаю, что это, вот тело у бабочки. Потом, говорится, нужны крылья. Крылья. Вот это зашибись. У меня неплохо-то, наверное. Так. Люблю рисовать. Я тут. Так. Нужно нарисовать такие вот горошинки, я не знаю. Так, и что-то плохо у меня получается с рисованием бабочки. Сейчас, наверное, будет минус. А вы, ребята, напишите в комментариях, как получится. Я даже не знаю, как. Итак, ну давайте. Следующее, что нам нужно, это обводить бабочку. Как говорится, и снова на улице. Так, цветочек. Цветочек. Что-то у меня, блин, плохо получается. Я думаю, будет выглядеть так плохо. Ладно, потом, если что, можем закрасить. Что-то мне плохо с рисованием. Зашибись, что у меня такого плохого. Как мне еще вам сказать? Ну, вроде бы все. Еще мне нарисовать небо. Берем голубой цвет и маленький там, чтобы хватало. А, блин. Вот. Думаю, будет так-то хватит. Зашибись, что у меня там плохого получается. Ребят, простите, но, наверное, я буду делать рубрику 24 часа не говорить зашибись. Просто это, наверное, моя фраза. Вот это зашибись, что у меня получится тогда. Да, блин! Это вообще полный трэш. Ну, и... говорится. Ничего плохого такого. Ребят, пишите в комментариях, а у вас, наверное, что-то получится. Так, это собака что-то. Ну, вроде бы все, думаю. Ну, что-то так кринжовенько. Да зашибись, пришлось снова рисовать. Да, блин, что я вот сразу сказала, зашибись. Ладно, пофиг, эта рубрика всего лишь не для детей. Это про только туберов.